Всем привет! Сегодня с радостью вместе с вами мы заглянем внутрь адвент-календаря LOL серии Винтедиско, второго адвент-календаря, выпущенного компанией MJ. LOL Surprise Outfit of the Day – это просто огромный набор LOL Surprise. В этом наборе нас ожидает более 25 сюрпризов. На самом деле, это набор, в котором куколка LOL находится на первом месте, и она эксклюзивна. И самое главное, это большое количество аксессуаров для этой куколки. Практически каждый день мы сможем менять внешний вид и стиль этой кукляшки. Интересно, не правда ли? Особенностью этого адвент-календаря является то, что мы обязательно найдем одну куколку. И куколка не будет для нас сюрпризом, потому что мы точно будем знать, какую куколку мы найдем. Просто взглянув даже на упаковочку. Именно в этом наборе мы получим куколку под названием Snow Jumps. Это милая и стильная куколка-мулатка с огромными карими глазами и ярко-фиолетовыми волосами, которые собраны в пучки на голове. Количество аксессуаров, которые находятся в этом наборчике, мы больше не встретим ни в одной из продукции LOL Surprise. Именно в этом наборчике мы сможем найти целых 25 аксессуарчиков. Мы сможем найти несколько комплектов одежды, пару обуви, сумочку, бутылочку, чашку, шапки и даже купальник. С помощью этого наборчика мы сможем регулярно изменять внешний стиль этой куколки. Каждый день мы сможем использовать что-то новенькое и стильное в образе нашей куколки, создавая новый аутфит. Упаковка в этом наборчике тоже особенная. Это круглая большая коробка с нумерацией действий. Например, в первую очередь стоит распечатать ячейку под номером 1. И здесь мы найдем главный сюрприз – куколку. Под номером 2 мы найдем чашку. Под номером 3 – платьице. И так далее. В 25 ячейках размещено 25 сюрпризов. Необходимо распаковать их в порядке своей очереди, чтобы сохранить интригу до последнего сюрприза. Каждый комплект одежды уникален и очень стильный. Внешний вид куколки кардинально будет изменяться, начиная от купальника и заканчивая отличным комплектом теплых брюк. Как и все наборчики из серии Винтедиско, приобрести адвент-календарь можно будет в преддверии новогодних праздников. На данный момент цена такого наборчика в Америке составляет приблизительно $30. Эта куколка является отличным дополнением к куколкам серии Винтедиско. Ребята, а вам понравился этот адвент-календарь? Если да, ставьте лайкусики и не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока-пока, до встречи в следующем видео.